Данные разрушения связаны, видимо, с попаданием влаги там и вот сменой сезонов. И действительно, облицовка в некоторых местах начала обрушаться. Там, в связи с этим ограничили доступ к памятнику, чтобы, значит, там высота достаточно большая, чтобы, не дай бог, кому-то на голову эта облицовка не обрушилась. Значит, по данному вопросу у нас было проведено ряд совещаний, то есть и в администрации. И одно совещание было на уровне правительства Свердловской области. Там непосредственно дали поручение Министерству строительства и архитектуры и администрации организовать работу по восстановлению существующего комплекса вот этого Европазии и по разработке некой концепции создания на базе этого комплекса, да, некого культурно-спортивного, скажем так, центра. Рекреационного центра. Да. Задумка хорошая, но так, ну, мы поняли, что сначала надо, видимо, все-таки отремонтировать, да? Было обращение на имя губернатора, что Евгений Владимирович сказал? Сейчас вот со стороны министерства готовится именно... Концепция? Нет, по ремонту именно предложение, да, и оцениваются, так сказать, трудозатраты.